Уважаемые зрители, мы находимся в городе Лионе, выставка Lyon Moda City. И вот Яна Витюховская, всем вам известная, все вы ее знаете, приглашает на выставку в Москву. На выставку в Москву, на выставку в Париж, в следующий раз или в Лион. На любую из наших выставок, которую вы захотите посетить, то, конечно, в первую очередь московскую выставку, потому что она самая лишняя, она будет уже в сентябре. А пока мы все готовимся, для тех, кто не смог доехать от вас до Лиона, проведем небольшую экскурсию по форуму тенденций, чтобы... Да, форум тенденций. Вот. Это центральное место на выставке, при входе сразу мы попадаем форум тенденции, где мы в следующий год попадаем. Мы попадаем в следующий год, в весну лета 2017 года. И мы видим основные 4 тенденции, которые будут наиболее популярны и которые вы увидите в коллекциях ваших партнеров. Первая тенденция называется южные мотивы, условно мы назвали, потому что здесь речь идет о том, что сегодня мы живем в мире слияния многих культур, и когда фольклор и этника очень большое значение имеют. И здесь сегодня в связи с тем, что экзотика, южные края всегда манят своими цветами, красками, это воплотилась тенденция южные мотивы, и она будет воплотить проявляться в принтах. Цветы в следующем году будут более крупными в принтах, чем в прошлом году. Также появятся мотивы из джунглей, листья, экзотические растения. Такая очень актуальная, очень яркая тенденция следующего года номер один. И вот на примере некоторых изделий производителей вы можете ее видеть. Яркие цвета, сочные оттенки. Еще раз, как она называется? На русском мы ее условно назвали «Южные мотивы». «Южные мотивы». Понятно. Вот она, первая тенденция. Проходим дальше и попадаем в мир... Мир спорта. Вот он. Да, современная женщина, она же хочет быть не только любимой и успешной, сегодня она же хочет быть здоровой и спортивной. Поэтому тема спорт и лэнджери продолжает развиваться. И посмотрите, насколько стали еще более техничными, еще более продвинутыми силуэты. Например, на представленной модели сложно сказать, что это лэнджери или это уже готовый костюм для занятия спортом или прогулки на велосипеде. Ткани технологичные, да, новые. Ткани технологичные, интересные, чистые цвета. Так, и здесь? Здесь для занятия спортом. Посмотрите, дизайнер года в этом году, компания Lumon Hamas, предлагает, например, вот такой потрясающий шорт. Оригинальный, да. Так, у себя на велосипеде такие шорты. Да, всеобщее внимание к велосипеду. И вижу шапочки, да, кроссовки, это все стиль. Различные полоски. Ну вот. Вот она, тема спорта. Номер два. Тема номер два. Переходим из спорта. Из спорта. Тема, которая называется гибридизация видов. Это очень высокотехнологичная такая тематика, потому что здесь идет речь о работе прежде всего над тканями, потому что есть еще один тип женщин, которые сегодня хотят показать, насколько они в идеальном теле находятся, и это используют нижнее белье и домашнюю одежду как вторую кожу. То есть это очень интересные белье. Материалы, новые, да, материалы какие-то, да? В первую очередь белье, но чтобы белье оно как бы дополняло и сливалось силуэтом. Очень тонкие, интересные материи, но в то же время очень нейтральные цвета. Вот, смотрите. Также используются вот такие интересные миксы, где джинсовая ткань используется тканью блестящей. Стрейчевой блестящей ткани. Гибридизация. Хай-тек. Так, переходим. Ну вот это тоже гибридизация. Это тоже гибридизация, потому что тоже сложно
первого взгляда подумать, из чего же состоит данный материал. Да, не очень понятно. Здесь тоненько, здесь уплотнено все. Эффект второй кожи. Стеганое. Понятно. И последняя тенденция. Последняя тенденция. Она, наверное, очень близка к сердцу российских потребителей. Где она написана? Вот она. Да, вот. Потому что она называется Customization of Creation. На самом деле суть идет в том, что люкс в деталях. Здесь речь идет о том, что женщина, деталях, которая уделяет большое внимание тому, что она носит, она становится еще более требовательной, еще более роскошной. Поэтому здесь в этих тенденциях модели с большим элементом деталей. Например, посмотрите, какое кружево представлено на данном потрясающем боди компании Prelude. Кстати, экспонент нашей выставки в Москве. Вот тоже потрясающий их комплект с множеством деталей. И уже сложно сказать, комплект нижнего белья или почти вечерний наряд для покупания. Кропотливая работа. Очень кропотливая работа. Очень-очень стремление к совершенству на каждом сантиметре. Ткани заметно. Смотрите, замечательную ночнушку. Потому что никогда раньше таких тенденций не было до данного момента на рынке нижнего белья. Или вот такой замечательный комплект, где вы видите различный рисунок кружева. И тоже работа заведена до какого-то потрясающего уровня совершенства. Такие и вот. Поскольку женщина, которая стремится к идеалу во всем из высокой роскоши, она также хочет иметь лук тоталь, здесь к этой тенденции добавляются все сопутствующие товары красоты, косметика, цветы, декор, все, что позволит женщине стать еще более роскошной, еще более идеальной. Привлекательной, увлекательной. Вот они, эти изделия сложные, они очень сложные, они дорогие, и по-другому быть не может. Совершенно верно. Импрант. Как показали все исследования, Симон Перель. Сегодня женщины становятся все более и более требовательными. И они готовы даже, может быть, несмотря на кризис, инвестировать больше, но в вещи наивысшего качества. И женщина учится себя любить еще больше. Давайте дадим ей возможность это сделать. Не только с помощью выставки, но и приобретая эти изделия для своих бутиков, чтобы радовать женщин по всей стране. Вот. Но надеюсь, что вы же будете еще что-то показывать и на выставке CPM. Конечно, часть этого форума мы приведем на выставку CPM. У нас будет конференция. Будем читать про тенденции, несколько семинаров, которые можете посмотреть между заказами. А иллюстрировать будете чем? Этими или тем, кто участвует? Тем, кто будет участвовать. Будет иллюстрировано участниками выставки. И в этот раз у нас конференция немножко преобразовалась в теорию и практику. Мы будем сначала читать теорию по тенденциям, а затем точно так же проводить вас по небольшому форуму тенденций в Москве, отвечая на все ваши каверзные вопросы. Спасибо большое. Спасибо. С любовью, Диона. Да.